Карачаево-Черкесию в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования поступил первый мобильный технопарк «Кванториум-09». Он представляет собой передвижную лабораторию, оснащенную современным высокотехнологичным оборудованием для дополнительного образования школьников. Первое из учебных заведений республики «Кванториум-09» приняла средняя школа номер 1 станицы Зеленчукской. Репортаж Мурата Джанкезова. «Кванториум» – это мобильный детский технопарк на базе автомобиля, предназначенного для перевозки учебного оборудования и комфортной поездки педагогов-наставников по различным школам, в первую очередь отдаленных населенных пунктов. Ключевая цель «Кванториума» – ознакомить как можно больше детей с современными технологиями, инженерными профессиями, заинтересовать исследовательской и изобретательной деятельностью. Он дает возможность прекрасную для всех ребят нашей республики, независимо от места проживания, от места учебы, изучать высокотехнологические технологии, процессы, явления, которые сегодня происходят в современном мире. Также осваивать новые современные инженерные специальности и направления, проявлять детям свою творческую активность, всевозможные технические идеи воплощать в жизнь. В технопарке «Кванториум» соединены три кванта – промышленный дизайн, робототехника и аэроквантум. В учебных заведениях «Кванториум» будет находиться по 12 дней. Первая неделя работы мобильного технопарка совмещает получение теоретических знаний, знакомство с учебным оборудованием и различными компьютерными программами. Ребята заинтересовались, им очень нравятся квадрокоптеры, с которыми они уже сегодня начали знакомиться. Сейчас мы пройдем в классы и посмотрим, что нас сегодня ожидает. Поэтому прекрасная возможность даже на время каникул Центр дополнительного образования будет реализовывать образовательные программы по доп. Образованию, реализуя всю техническую направленность. На второй неделе школьники будут работать в хай-тек-цехе, расположенном в самом мобильном комплексе, где освоят в деле 3D-принтеры, фрезерный станок и лазерный гравер. Через 2 месяца будут подведены итоги проектно-исследовательской деятельности учащихся и работа над ошибками. «Кванториум» впервые в республике и у школьников вызывает неподдельный интерес. Аэро и геоквантум, он изучает строение, пилотирование летательных аппаратов, квадрокоптеров. Мы будем работать с детьми, будем их собирать, учить виртуозно управлять ими в дальнейшем. Также будут проводиться и мероприятия, соревнования и так далее. Это детям очень интересно. Мне понравилось то, что дроны управляют как телефоном, там, планшетом. Передвижной «Кванториум» – это структурное подразделение стационарного «Кванториума», который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в республике уже в следующем году. Мурат Джанкезов, Алибастанов, Вести Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район.